Здорово, мужчины. Сегодня будем разбирать передок его УАЗика, менять втулки на шкорнях, ну и все, что сопутствует этому делу. Так, разобрать, я думаю, ни у кого проблем не стоит. Ничего тут сложного нет. Снимаем хаб, подшипник, ступицу, после чего сдергиваем цапку, не цапку, как она называется, когда ступица одевается. Колодки, защитный кожух, на чем колодки висят. Так, его, значит, сняли, кожух убрали, достали шкорня. Шкорня у нас старого образца, вот такие, значит, открутили крышечки, закручивается шпилька на 10, достается с обоих сторон, снизу, сверху, достается, забыл сказать, как они, шарниры, углы скоростей, полуоси, все по-разному называют, там в пакетиках лежат. И все, снимаем эту вещь, все это будем мыть, сейчас собирать обратно. Так, и вот, что у нас остается снять, вот этот вот кулак поворотный, он на четырех болтах. Почему мы его сняли? Потому что будем менять вот этот вот сальник. Вот его как ушатало, будем его заменять. Так, сейчас начнем сборку в обратную сторону. Так как он у нас снят, будем запрессовывать новые втулки. Втулки старые, где-то вот так вот выглядели. Не очень презентабельно. Значит, новые втулки, они по деньгам, все запчасти вместе с накладками для колодок, все вышло не более 2000 на обе стороны. И но без подшипников, новые подшипники не покупали, подшипники хорошие. Все, новые втулки поставим и будем все собирать обратно. Забьем сальничек сейчас сюда и будем ставить на место. Ничего страшного, не бойтесь, железяки все на болтах, и ничего сложного в этом нет. Так, сейчас заколотим втулочки, все покажу. Продолжаем видео. Так, чтобы вставить вот эту втулочку вот сюда, мы изготовили вот такое приспособление. Тут гайка обваренная, две шайбы. Ну, еще шайбу можно взять, это не такую, а круглую, простую. И здесь вот крутится наша гаечка. Сейчас одной рукой покажу принцип действия, а потом... Так. Что мы делаем? Вставляем изнутри болт, вставляем нашу втулку, после чего мы берем такую шайбу, наворачиваем гайку и потом затягиваем. Так, сейчас все это дело буду тянуть и включусь еще. Так, вот сбоку. Вот. Так, смотрите, чтобы вот этот болт, да, шпилька наша стояла посреди оси. И вот мы сейчас подтягиваем и... Айда. И все заходит. Вот, сейчас одной рукой опять неудобно. Вот тянем, и втулочка у нас садится на место. И так до конца. Так, с этой стороны. Ой, сверху. Пока видно, не видно, так не вижу. О. О. Так, все. И так до конца, и она вся туда топится. Так, что там матерится? А, Стасян изобретает коптилку из баллона пропановского. Пришел к нам человечек, заказал. Вот здесь будет коптильное отделение, здесь будет дрова, опилки. Вот там вон отверстие. Да, дали нам чертеж, мы сами тут ничего не изобретаем. Здесь труба.
Вот, после того, как мы втулку запрессовали, берем развертку на 25, настраиваем и разворачиваем под нужный нам размер, под палец, под шкворень, вот такой, 25. Если у вас развертки нет, кто-то берет шарик от подшипника, но чтобы он был 25 миллиметров, и просто пробивает его. У нас есть развертка, мы делаем развертку. Все, так в обе стороны и будем собирать. Так, ну вот, забыл вам сказать, напоминаю, что вот эти пыльнички, пока у нас это снято, новые пыльнички, резиночные и войлоковые вон там, их тоже нужно поменять. Вот верхний шкворень уже забили вместе с этой чашкой, потому что там шпонтик такой делал. Вот такой вот шпонтик, чтобы он у нас попал на место, потому что шкворня развернули очень плотно. Сейчас подтянули и будем забивать нижний, потом выравнивать и смотреть, что у нас получится. Так это все дело выглядит. Собираем дальше. Да, сейчас я покажу, погоди, ребятам. Сейчас, вот, да. Вот смотри, вот тут вот зазор. Вот здесь вот зазор. И вот здесь вот зазор. Они должны быть одинаковые. Это регулируется прокладками. Прокладками вот под этими штуками. Под квадратными. Вот здесь вот. Вот тут вот. Ага. Вот в этом месте. Эти зазорчики сейчас сниму еще. Вот тот вот зазорчик, вот этот вот. И внизу делаем его одинаковый. Вот. Так, вот пришлось вырезать такую прокладочку небольшую. Все у нас заходило, завертелось плотненько, хорошо. Поставили шурус. Ну-ка давай. Во как. Во. И набили полностью солидолом. Все. Сейчас ставим обратно. Эту дрянь потом. Куда? Ступица девается. Цапаем, цапаем. Ром, закрывай, а то этот снег гребаный. Вот. Так вот. Поехал домой, так ель, ёпку. Вот. Сейчас идет. Шприцевали. Все там набили. Поставили сапфу. Потом барабан. Все. Сейчас будем ставить ступицу. Колесо. Заменили цилиндр один. Тек. И колодки наклепали. Вот, можно сказать, и работа закончена. Колодки одеты, барабан одет. Сейчас осталось настроить, подвести колодки, настроить ступицу, одеть хаб, колесо, и можно ехать. Так, кому были полезны, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. На сегодня рабочий день закончен. Коленки устали.